Мне не надо в раю тоскующий, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть не надолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. Это ежегодный конкурс чтецов «Живое литературное слово», проводимый Государственным институтом русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина совместно с городским методическим центром Департамента образования Москвы. Участники конкурса – лауреаты городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств 2018» в жанре «Художественное чтение». Через конкурс чтецов, вне всякого сомнения, ребята приобщаются к великой русской словесной культуре. И нам надо очень хорошо понимать всем, и педагогам, и людям всех интеллектуальных профессий, что все они так или иначе связаны со словом, с русским языком. Уже по сложившейся традиции, четвертый год подряд для старшеклассников конкурс начался с литературной разминки. Главная задача – постараться повторить жест, энергетику и манеру чтения ведущего. Все доступно нашему языку. Все доступно нашему языку. Он может все выразить, изобразить и передать. Он может все выразить, изобразить и передать. Прозвучали выученные наизусть поэтические, прозаические, а также драматические произведения отечественных и зарубежных авторов. Для многих участников это очень важный опыт публичного выступления и возможность попробовать свои силы в актерском мастерстве или профессии телеведущего. Я принимаю участие в конкурсе второй раз, и мне очень нравится, я получаю от этого удовольствие и считаю, что это очень полезно, так как, возможно, моя будущая профессия будет связана со сценой, с актерским мастерством, и на конкурсе я могу почерпнуть для себя что-то новое, заметить ошибки или чему-то научиться. Я давно уже увлекаюсь поэзией и прозой, и читал я Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». А конкурс я получил невероятное впечатление, экстаз и волнение с самого начала. А после мне все понравилось. Я давно хожу в школьную театральную студию, и я решила выучить произведение Антона Павловича Чехова. И для меня самое главное не только выступить, но и сделать так, чтобы зрителям понравилось, и чтобы они, может быть, даже дома перечитали Чехова. Ораторское искусство, повышение интереса к выразительному чтению и популяризация мастерства публичного выступления. Конкурс чтецов – это формирование особой культуры речи, сохранение традиций отечественной словесности и развитие интереса к прекрасному, выраженному в литерах, живому великорусскому слову.